Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Никиты. Давай начинать. Всем привет. Так, ну давай, с чего начнем? Ну, давай сейчас начнем с отеля. Сейчас я покажу. А почему не с города? Ну ладно, пусть отель будет. Вот. А он не достроен или, он нет, такой? Нет, достроен, достроен. Так, там я что-то вижу, ладно, не будем трогать. Маленькую конфетку съесть и все. А тут что-то написано. Я сейчас включу свет. Так, а вот, да. Да просто это... Бак стульчиком надо делать? Да не надо. О, жалко. Так, прямо так и можно заходить. А почему тут поршни стоят? А ты на них нажимаешь, чтобы там открывать дверь. Не, вот эти, как столбы. Ну, супер круглые. Для украшения. Все, можно заходить. Так, а где дверь? Это или? Нет, тут просто прям только проходишь. Это просто. Так, вот вход, наверное. А где тут этот номер? А вот, тут покупать. Вот. Так, сейчас я тебе дам деньги. Вот тебе золотого блока, думаю, хватит. Слишком много. Ну ладно, хватит ему, пошли. Так, три комнаты. Тут открыто, ладно, я буду... Там можешь проталкивать экраны и там нажимать тот дверь. Стоп, как это? А, я не знаю, куда я нажал, ну ладно, на поршень. На поршень ты нажал. А почему кнопки нету? Ну ладно. Часы. Да, у меня иногда лагает просто вместе с коллизией. Это вот часы? Тут. Да, это часы. Вот эта комната и ее. То дело вообще. А песок зачем? Песок зачем? Ну, это, так сказать, для декорации. Допустим, что там посидеть, там, полежать, допустим. Так, 4.00? То есть 4.00. Ну, это просто я сделал. Это. Просто... Это непонятно что. Ну ладно. Вот, допустим, сейчас на вторую комнату. А, тут чуть-чуть другое. Тут теперь трава, скамейка. Ну, тут тоже можно как посидеть. Я тут скамейку не делал. Вторая комната даже получше. А третья, а да. Третья еще лучше. Ну, да. Потому что туалет тут есть. Туалетик. Так, ну и все получается. Телевизор. Там что-то внизу еще есть. А внизу что? Что? Без коллизии, что ли? Так, ну что, покушать можно? Да, кушать тортик. Но... Получается, это весь отель, да? Там еще что-то на улице видим. Ну да, тут больше мелких деталей проработано. Сейчас я тебе покажу мой город. Стой, а там что такое? А, да там это мой друг, там и соседство. Вот, Он город уже большой. Так, да. Ну я бы хотел начать с самого интересного. Это поезд. Ну там поезд, там до конца, когда там гора начинается, там не заезжает, то просто назад, может, и не заедешь. Он ехать может? Да, может. Так. Сади сюда. Ну, кринься немножко по-другому. Хотя, тоже круто. Так, куда надо нажимать? Вот сюда. Нажми на у одного камеры, у другого фонарики, что потом будет. Да нет, нажми на рычаг справа там. Так. Куда теперь? Не этот. Это не надо. Возле которого я стою. Ну все, нажал. Все. Фиксацию бери. Так. Нажмите это. Все, можешь ехать. Все, он собрался в кнопочный. Какой? А куда он едет? О, он может даже на повороте поворачивать. Да, только на поворотах вот тут можешь остановиться, потому что тут надо бы попросить кого-нибудь, чтобы кто-то смог мне механизм починить просто. Так. Не очень получается. Вот он не остановись! Ты сейчас упадёшь! Я с рельсы ехал! Я говорил, надо кого-то попросить. Ой, сломался. А почему он там ломается? Надо просто переходы такие не делать. Нет, просто когда... А он поворачивается там на, так сказать, на лампочках. А сам этот поезд не поворачивается, только лампочки, так сказать, поворачиваются. Из этого надо бы кого-нибудь попросить, чтобы как-нибудь с лампочками вместе он. А, ну я знаю, как тут можно сделать. Просто надо может... поезд разделить на пару частей. Так, Во-первых, вагон слишком длинный. Вот так я тут некоторых людей... Попросил тут мне рельсы построить. И вот они помогли. Вообще большую часть, 90%, это я вообще тут все построил. Так. Я очень, конечно, замучился там с городом. Особенно с первым домом. И еще дорогой. Так, ну здесь получается у него проблема в том, что поезд, во-первых, слишком длинный, не разъединен на вагоны. А во-вторых, вот эти сами колеса, там одну механику нужно добавить, и тогда все будет нормально. Ну, да. Ну, я знаю такую механику. Они там, очень типа, хотим. Такая платформа должна быть. А это дорога для машин. А машинки есть маленькие? Я собирался, только... У меня же есть машины маленькие. Я собираюсь тогда, когда чуть побольше будет
дорог и вообще домиков хотя бы. Я знаю, как на этом можно кататься. Как раз вчера я построил вот это. Ой, где оно? Оно в городе. Ну ладно, вот эта машинка сохранилась. Серьезно? Это супер мега мини нано машина. Грузовичок такой. Он ровно под твой город подходит. Так, куда? А у него невидимые штуки. А где этот? Можно заехать на дорогу? Да, вот я заехал. Просто поворачивать не очень. Да. Ну потому что тут очень много блоков, и там есть невидимые просто. Понятно. Так. Да, дороги, если бы вот это было пошире. Вот здесь ты можешь убрать таблички? А, таблички вон. Вот тут именно. Ну, как сказать? Едет? А? Так, сейчас я уберу невидимые блоки, попробуем. Вот так. Можем сейчас посмотреть тут один домик. Тут во, можно. Теперь нормально. Но только оно немножко дрожит. Заезжаем на парковку. Ой. Припарковался. Ой. Ну, типа припарковался. Тысячного уровня. Так, все, остановись, больше не крутись. Все, нормально, припарковал машину. А, у тебя сейчас маленький рост, можешь попробовать туда, в это здание зайти. Так, в это? Да. Да. Хорошо, конечно. О, лестница. Что тут написано? А, что, типа, тут был Никита, типа, я послал тут дело. А где сами домики, в которых можно жить? Вот это можно? Что? Я зашел в дом. О, нет. Лучше бы я в него не заходил. Там вообще ничего нету. Лучше бы я в него не заходил. Он большой, а внутри пусто. Там сейчас мало. Ну, вот так иногда стекло пролагивается. А вот здесь магазин, скидка. А сколько не написано? Ну, да, просто сделал, так сказать, как объявление. А магазин, скидка. Тут уже все купили, что ли? Или тут ничего не продавалось? Так, а вот здесь что? Вот тут, там, конечно, мой друг сделал какой-то секретный проход, я не знаю, что там. Я вообще туда не лезу, конечно. Туда залезть вообще нельзя, тут все как цельный да, блок. Это просто для красоты. А вот тут, короче, мой друг там что-то сделал, я не знаю, что он сделал. Где, тут? Да, он сказал, чтобы я туда не ходил вообще. Тут стекло выбито. Оружие, не знаю. А про нажать на рычаг? Я нажал, ничего не произошло. Сейчас, минутку, может, у него там что-то не видно. Тогда я хочу посмотреть твой домик. Так, это я посмотрел. Вот тут еще есть дом. А нет, он тоже закрыт. Ну, это типа отель. Отель, в который зайти нельзя. А там внутри тоже кто-то стоит. Да, это там типа тоже сделал пасхалку. Так туда не попадешь к этой пасхалке. Я знаю, просто если просунуть туда экран, то можно посмотреть. Так, ну тут фонтанчик. А еще есть домики какие-нибудь, которые мы не посмотрели. А вот. А нет, тут принимают деньги. Там не принимают. Ну там вообще сторож, конечно. Так, ну. Ой. А у меня что-то вылетело. Ну да, ты на месте ходишь. Ади. Нет, сейчас дом пропадет. Там еще я заметил пасхалку. Нубик наверх забирается. Или это не пасхалка? Ну вот, вот такой у меня город. И отель, конечно, получилось. А можешь перезайти, а то... Эх! И сейчас перезайду, минутку, скажем так. Ой. Странно, вроде никогда не вылетало, наверное, из-за перегрузки, наверное. Сейчас зайду. Что они тут стоят? Еще я тут не могу еще долго сидеть, потому что меня может мама наругать из-за того, что у меня сейчас, так как у меня дистанция сейчас, просто. Так что долго я еще не могу показывать. А ты можешь зайти? А, вот да, зашел. Давай ко мне в команду. Да, все, зашел. Ой, золото, ой, блок остался. Сейчас еще раз заспамлю. Так, где? Где? А, это что? Что тут происходит? Сейчас надо написать. Удалите. Ну, вообще, таблички это хотела там дорогу построить, конечно. Мы все эти посмотрели домики, кроме этой пещеры. Какой? Нет, пещера. Вот пещера. Я тебя не вижу. Тут еще секретная дверь я нашел. А нет. Да нет. Это просто блок. Кто-то поставил. Я случайно поставил блок. А
тут все, вот, да? Вот я тут доделаю сейчас, там берег, тут вообще собираюсь корабли делать, там все это. А помнишь, в старом видео я тебе отправлял, можешь там помочь с мини-городом? Это я там был, там хотел, чтобы ты мне помочь, но ты сказал, что у тебя нет времени. Окей. Я помню это сообщение. А, давай дальше тогда. Ну, у меня еще есть одна постройка еще. Ну, я ее не так долго строил, только там конус, мне надоело его строить, из-за этого я забросил. Это уже большая постройка. Это типа станция ракеты. Ну, для больших людей. Ну да, это тоже для больших. Зайди в этот портал. Так, ну захожу. Планета? Да, планета. Без одной стены? Да, у меня раньше не хватало блоков, конечно. А зачем такую дырку было оставлять-то? Не знаю, я... Сейчас уже не будет, сейчас минутку. Сейчас. Сейчас все будет. Все, уже есть. Теперь полноценная планета. Так, я тогда прыгаю вниз. Да. К ракете, если она может летать. Ты застрянешь, если ты будешь маленьким. Может быть. Нет. Я знаю, как надо делать. Ай! Надо рикошетим. Так, а вот я тут вижу платформа наверх. А на ней можно летать? Типа лифта. Так. Ну, там уже вниз просто, и там я просто, чтобы друзей просто прицепляю крюк, а потом к ракете, а потом их это, прицепляю и улетаю в космос. Сейчас ты можешь тоже полететь в космос. О, так, тебе хорошо? Да, мне хорошо, мне нормально, мне отлично. Так, а куда мы летим-то? На планету? Я не знаю. Ну так-то ракета круглая, но только то, что наверху ничего нет, вот это. А, мы врезались. Мы не врезались, я лечу к ракете. Вот, то есть, к планете. На нее можно залететь? Нет. А-а-а! Мы слишком большие. Кажется, планета меньше, чем этот, чем ракета. Это ракета очень сложная. А как ты еще не вывалился? Ты там стоишь как? А-а-а! Я там сделал... прозрачности коллизии там блок один от Земли до планеты. Нет, я говорю, как ты не падаешь с ракеты? А, я не знаю, мне нормально. Так, надо его как-то остановить просто ракету в этот момент, когда мы над планетой. А нет, тут уже не я. Это невозможно. А? Не падай, это ты сейчас упал? Да. А? Тебе не повезло. Да как ее остановить? Я не знаю, просто лететь вниз, а потом остановить ракету как-нибудь. Ладно, наверное, на ракете все-таки на эту планету не долететь. Она слишком маленькая, она, мне кажется, от того города. Так, сейчас я куда-нибудь прилечу тогда вниз. Попробуем на джетпаке остановиться. Ну, только вот эта ракета немножко странно еще поворачивает. Да, но я сам не знаю, почему она поворачивает так. Скорее всего, пилоты не так поставлены. Падаем. Все. Ой, о нет. Очень хороший. Нет! Все. Ракета улетела. А что на планете есть там? Ну, там больше ничего, там человечки и все. Планета. Так, не можно зайти внутрь планеты. И тут тортик. Что он тортик делает? Нет! Метеорит это уже, а не планета. Что произошло вообще? Планета упала. Планета упала от нас. Больше нет планеты. Ладно, тогда давай дальше. Сейчас посмотрю, если может остались постройки какие-то. Больше нет построек, это то, что я сейчас... А он строил, ракета. Я больше просидел над постройкой мини-города. Ну ладно тогда, пока.